Всем привет! Сегодня пришла большая-большая посылка. Вот. Заказывал я ее 2 недели назад. Вот. 13.06 она пришла. Вот. Здесь у нас должен быть коврик, детский коврик большого размера, который представляет собой город. Город на ковре. Вот. Очень, я думаю, будет удобно и весело играть ребенку на данном коврике. Вот. Цена этого коврика была в районе 800 рублей. Вот. Собственно, ссылку скину. А коврик находится вот в таком чехле. Смотрите, какой чехольчик классный. Он даже в виде сумочки сделан. Видите? Вот. Очень, кстати, мне кажется, будет удобно. Для того, чтобы возить его куда-то можно там или приносить, его складывать. И вот такой вот получается коврик. Сейчас я его разложу и покажу. Итак, открыл я этот коврик. Вот, он представляет собой такой огромный коврик размером, я не знаю, наверное, 1,80 м, наверное, на метр, на 1,5 м. Реально очень большой коврик. Вот, есть тут всякие, видите, и полиция, такси, автобусы, школа, парки, различные автомобили, дороги, светофоры. Вот, я думаю, для ребенка вообще это просто будет целый мир. Вот, единственное, что мне не очень нравится, то, что, конечно, она в сложенном виде, он такой неровный. Вот, его, конечно, нужно будет как-то выровнять. Вот, а еще мне не очень нравится, что в этом коврике вот такая вот скользкая задняя ткань. Вот, она не прилипает ни к чему. И поэтому оно будет всегда, я думаю, кукожиться и скользить. Вот видите, он как легко скользит. Вообще очень легко скользить. Вот. Конечно, можно положить его на ковер какой-то, но не у всех же есть ковер. Вот. А так, в принципе, очень даже неплохой коврик. Вот, большой. Для ребенка самое оно. Можно поиграть вот такие буквы, а потом переместиться вот на такой ковер. В общем, в принципе, я доволен. Попробуем его выровнять, чтобы все было классно. Все, всем спасибо, всем пока.